Господин Давид, в каких случаях аутизм возвращается? Может ли пациент вернуться в прежнем состоянии после полного выздоровления? Вообще считается, что аутизм неизлечим, что это состояние, которым родители должны как бы принять как данность и жить с этим всю жизнь. Что возможно только коррекция, реабилитация, полное выздоровление – это то, что достичь нельзя. Ну, я понимаю, что этот вопрос, собственно, к нам возвращается. Чтобы понять, или что-то, да, какие-то симптомы аутические после полного выздоровления, которые, как люди видят, происходят у нас. Но мы сейчас не будем говорить о том, что аутизм – это комплекс симптомов, это не какое-то, с нашей точки зрения, не какое-то заболевание, комплекс симптомов, которые объединены в такую общую группу. С точки зрения нашей практики, когда удается с Божьей помощью достичь полного излечения ребенка, да, на это уходит какое-то время, иногда месяцы, иногда годы, результаты, они стабильные, и вот эти вот аутические признаки, они уже не возвращаются. Если я правильно понял ваш вопрос, вот ответ таков. Если удается достичь полного выздоровления, опять-таки с течением времени, то результаты стабильны, и так называемых откатов, возврат в прошлое состояние, их не происходит. Угу. Почему? Потому что не возвращается. Наш подход основан на том, чтобы обратиться к корню причины, почему это возникло, к выявлению и лечению того органического поражения или комплекса, который и привел к таким проявлениям ребенка. Когда удается вот с Божьей помощью вылечить это, то, собственно, оно оказывается здоровым, и таких проявлений больше не происходит. Давид Бей, таныш олмамыштан габах, мен де фикерлештим ки, что аутизм не лечится. То это чисто как симптомы остаются. Yani аутизм, biz böyle düşünürdük ki, sağalmış, sona kadar sağalmış. Ни в какой стране мира, ни за какие деньги. Да. Yani dünyanın hiçbir yerinde аутизм tam sağaldan, tam sağaldı, böyle bir терапия йохтур. Терапия йохтур. Ялнес. Ялнес. Ребенок может приучиться к развитию. Коррекция, реабилитация. Коррекция, да, реабилитация. Ушахта олан аутизм симптомларны коррекция эдип олары арадан калдырмах мүмкіндір. Бізім хаятта ребенок может спокойно инкишаф давам элемея. Нормал шекілді яшашыры давам элеячек. Ama как излечение, как болезнь, мүмкін дейі. Yani bunu хастелік кімі кабул етмеш. Ама. Havak bir Davit'te başlamışım işlemeye. Ben уже görmüşüm ki, что ребенок есть возможность вылечиваться. И то, что я там увидела, там происходят те моменты, вот мы как раз обсуждали это сегодня, что ребенок вылечивается поэтапно. Вот как Давид Бей сказал, на это затрагиваются месяцы, иногда и годы, но ребенок поэтапно вылечивается, и возврата на этот этап, который был до этого, он не происходит. А если там что-то случилось, эсас мегама Гелина ханым гейдетти, бираз эвэл Давид Бей это ону гейдетти. Если есть симптомы, что вы видите, что он не соответствует тому, что ребенок должен развиваться в нормальном состоянии, обязательно обращайтесь к врачу и выделяйте эти проблемы. Не оставляйте, что ой, пройдет, ой, все хорошо. Ни в коем случае. Biz ona sual verdik ki, əgər uşaq autizm simptomlarıyla müraciət edirsə, deyək ki, bir Davit mərkəzinə müraciət edirsə, ola bilər ki, başqa bir mərkəzə müraciət etsin, düzdürmü? Dünyanın başqa bir ölkəsində yaşayırlar. Adam Fransada yaşayır, Fransadakı, deyək ki, müraciət eləyəcək də mərkəzə. Geri qayda bilirmi o simptomlar? Söylədilər ki, əgər uşaq normal şərtlərlə, normal deyək ki, terapiya ilə bu simptomları aradan qaldırırsa və buna bir neçə ay həsr oluna bilər və yaxud bir neçə il həsr oluna bilər, o simptomlar geri qayıtmır. Əsas məsələ odur. Amma bunu, bax bunu, Ber David mərkəzi sizə söz verir. Düz söyləyirəmi? Ber David mərkəzində bu terapiyanı keçən autizm simptomlu uşaqlardakı bu simptomlar aradan qaldırılandan sonra onlar bir daha geri qayıtmır.